Мы в Подольске на заводе «Микропровод». Интересно, что изготовляемая здесь продукция почти невидима для глаза. Ее можно хорошо рассмотреть лишь при помощи лупы. Однако эти нити толщиной всего с волос выдерживают электрическое напряжение 500 вольт. Завод в Подольске славится высокой культурой производства. В этом немалая заслуга его лучших работников, таких как Антонина Гурова, которая награждена медалью за трудовое отличие, Нина Силаева, труд которой отмечен орденом Ленина. Успешно осваивает сложное производство и молодежь. Юбилей Великого Октября завод «Микропровод» встречает новыми трудовыми успехами.